Что ж, друзья, настало время познакомить вас с гигиеническими условиями в Непале. Это лучший отель в Сидуве, в селении Сидува. Сегодня предпоследний день нашего трекинга. Мы возвращаемся от базового лагеря Макалу. Вот, и сейчас самое время посмотреть, каким образом осуществляются гигиенические мероприятия. Вот здесь туалет. Но не слишком ли зловеще? Нет, туалет смотреть не будем. Воздержимся. Сразу в душевую. Таким образом тут все. Тут можно повесить предметы туалета. Есть даже зеркало. Полочка для мыла и шампуня. Нет. Разные виды. Душ работает. Если не будет работать, вот можно из этого кувшина поливать себя, чем я, видимо, сейчас и займусь. Тут, пожалуйста, бесплатное мыло, шампуни, щетки. Не знаю для чего. Боб Марли вниз головой смотрит, что он думает. Нет, интересно. Пол такой, что лучше босиком. С легким паром заканчиваем это.